Всем привет, кто присоединяется. В первую очередь хочу спросить, как меня слышно, как видно. Вообще видно меня? Ставьте плюсики, либо сердечки. Да. Всем добрый вечер. С каких вы городов? Можете приветствовать друг друга. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Марина, добрый вечер, Ростов-Дон, Курск, круто, Рыбинск, Златоуст передает привет нам, добрый вечер, прекрасно выглядите, спасибо, мой хороший старый орел, Ярославль, угу. Так, Самара, Бурятия, Уфа, привет, Тамбов, Шахты, передает нам привет. Так, и строчка очень быстро уже бежит. Я не успеваю за вами читать приветы. Новосибирск вижу. Так, ну и, конечно, тема наша. Уже угадали, новогодняя. Уже набрали очень много студентов, учеников на зимний курс. Это круто. Так, я сейчас перерезала здесь маленько. Это сейчас вам скажу, какие у меня насадки и что будем делать с вами. Сейчас, секунду. Так, возьмем пакет. Так, Ленинская область, привет, привет. Святослав, привет. Санкт-Петербург, привет. Так, привет с Белого моря, круто. Так, Москва, привет. Калининград, привет. Смоленская область, круто. Башкирия, Сочи, здорово. Так, ну, делать мы будем сегодня, ну, давайте чуть-чуть погадаем, да? Что я сегодня буду делать, это... Сказочный персонаж. Так, что вам еще? Ну, на Новый год его можно делать, да. Его можно делать... О, как вы угадали? У меня здесь бежит, наверное, строчка, да? Да, мы будем делать с вами гномика. Года 2 или 3 назад я увидела гномиков. Ну, просто гномик, картинка. И решила... Почему бы не сделать этого гномика из зефира? И когда я уже выставила гномика своего, я помню, столько кучу лайков набрала, и девчата начали меня просить мастер-класс. Как раз было это перед Новым годом, и я делала этих гномиков. Девчата очень были довольны. И я уже, да, уже сейчас настроилась вам дать сегодня гномиков этих зефирных. Дети их, я хочу сказать... Сразу влюбятся в них. Ваши клиенты будут постоянно у вас их заказывать. Их можно делать, да, из зефира. Можно наполовину из маршмеллоу сделать. Вот. Так, привет из Кемеровской области. Так, новенькая. Хорошо. Мы любим новичков. И я думаю, около уже больше половины моих студентов это новички. Так, Севастополь, привет. Так, сейчас я просто закрою дверь, потому что будем варить зефир. А зефир любит, когда тепло. Так, сейчас я... У меня она все-таки открывается. Сейчас я ее так вот прикрою. Все. Зефир любит тепло. Закрыли форточки, закрыли двери. Домашних никого не пускаем. Так, так, привет, привет из Воронежской области, Молдовия, здорово. Так, Архангельск, привет. Так, ну все, я думаю, что вы готовы, я тоже готова. Насадки мне потребуются. Круг для завитков, ну, можно это я уже сделала, потому что вдруг у меня останется масса, ну, и чтобы доделать, чтобы не осталась масса. Круг нужен будет, насадка вот такая вот у нас, видите,
травка. Травку можно любую использовать, можно маленькие, можно большие. И насадка для носика. Ну, ее можно, в принципе, сделать просто пустой пакет, обстричь и носик доделать. Ну, я люблю, чтобы уже четко и красиво было, поэтому сделаем мы из них. Так, у вас студия или вы дома? Нет, я дома, да, это у меня студия домашняя. Так, из садки. Привет, Котласа. Так, Новгород, привет. Привет, привет. Ну все, давайте. У нас уже, думаю, очень уже хорошо собралось. И сегодня самый любимый мой рецепт. Сегодня пришли ко мне самые любимые мои гости. Это вы, да? И сделаем сегодня клубничный, на клубничном джеме и на шампанском. Девчата, кто у меня уже давно, подсказывайте, какое шампанское и какой джем производитель. Так, вот это все перемешиваю. Здесь у меня уже сахар, джем получается и агар. Агар это для новичков, это такой же, как желатин, он также имеет свойства такие же, как у желатина, и измеряется в блюмах. В блюмах, правильно, да. Так. Все, вот. Сейчас промешаю, чтобы у меня... Угу. Шампанское, это клубничное я взяла. И сейчас у меня включается моя машина, и я начну... Запах, конечно, невероятный. Шампанского сразу стоит. Так, и сейчас мы... Я уже нарезала сразу, чтобы вам поднимать, показывать, потому что на столе так будет плоховато видно вам. Так, включаю на подогрев. И включаю. Это получается у нас заварной способ. Я включаю одновременно и машину свою, и сотейник с сиропом. Можете задавать вопросы, если, конечно, будет так, розовая или фиолетовая. Наклейка розовая или фиолетовая? А, фиолетовая. Вы про шампанское, да. Вместо воды, да, можно воду использовать, можно использовать, да. Белки взбиваю сейчас, и я туда буквально капельку лимонной кислоты. Какие пропорции, я напишу рецепт после эфира. Рецепт с шампанским не нашли в прошлые, посмотрите, где-то месяц назад были эфиры, и я давала их в эфирах, над эфирами рецепты. Ну, вот сегодня эфир пройдет, и я напишу. Именно джем будет там и шампанское. Кто спрашиваете, чье производство, я вам отвечу. Также вам напишет моя техподдержка. Можете в личку мне писать, можете в сообщество, поэтому уже смотрите. Все у меня сейчас закипит, я уменьшу. Так, все, уже проработала план себе, да, где я что в первую очередь буду делать. И какой цветом будем, давайте решим, чтобы мне сразу сейчас... Так, ну, я думаю, что красиво будет коричневый гномик. Джем уже, да, сладкий, конечно. Варенье можно, но это уже будет другой совсем рецепт. Подсыпать начинаю сахар. Так, давайте... У кого какие варианты? Фиолетовый сделаем, еще какие? Красный. Да, чтобы мне вытаскивать сейчас сиреневый. Угу. Потрясающе, вы похудели. От вас ничего не утаишь. Вы все видите. Ну да, маленько пятачок скинула уже. На столе тоже видно хорошо. Ну, могу и на столе, могу и вам прям вот на ладошках у себя. Так, значит, сиреневый. Этот рецепт постоянно очень полюбила. Ну, здорово. Зеленый.
Так, все, вытаскиваю, значит, эти. Так, красный, фиолетовый. Так, я хочу коричневый. Вот честно, сколько гномиков делаю, ни разу не делала коричневого. Давайте лимонный еще сделаем. Желтый, я думаю, тоже будет. Да, вот написали как раз желтый. Я буду использовать все красители из всех фирм, которые у нас сейчас представлены на рынке. Если будет, ну, я думаю, что все знают эти фирмы. Так, я приготовила зеленый, желтый, коричневый, красный и фиолетовый. Ну, я думаю, что 5 цветов достаточно. Если вы уже будете делать у себя дома, можете сделать и радугу. Так, ну вот я смотрю, какие вот, ну, розовый, ну как бы красный, оранжевый. Ну, 5, я думаю, что достаточно будет. На мастер-классе, на своем курсе, который начинается с 29 числа, я выйду в прямой эфир уже в закрытом сообществе, там я тоже буду показывать гномика, но маленько в другой интерпретации, конечно, потому что что дается бесплатно и что дается платно, ну, маленько все-таки отличается. Так, все уже чуть-чуть начинает закипать. Да, уже закипает, и я убавляю скорость и подсыпаю сахар постепенно. Орск, привет! Несколькими частями, ну, наверное, раз 5, наверное, подсыпаю сахар. Башкортостан, привет, привет! Рязанская область, привет! Архангельск или Архангельск, все-таки, наверное, Архангельск, да? Брянская область, привет, Казахстан, привет, Аллочка. Минусинск, Оксана, привет. Так, все, у меня уже закипел сиропчик. И помаленьку сейчас мы... Так, сейчас уже... Так, сейчас я здесь чуть-чуть поменьше делаю температуру. Все, подготовила сразу, что я буду делать. Сразу буду отсаживать и ножки для своего гномика, и колпачок. Так, ножки я буду делать, отсаживать на вот этих вот, на бумажках, а колпачки буду отсаживать на, потом поймете, почему, вот на пластике. Так, ну сейчас, конечно, будет, я буду вся в краске, в красителе, распылители. А вообще, если вы дома делаете, то это лучше делать, ну, я имею в виду распылять, то это лучше делать в коробке в какой-то, да, в такой закрытой, чтобы вставить, прокрасить и уже потом. Так, ну все, в принципе, хватит. Да. Делаем ножки. Так, сначала колпачок отсадим, чтобы он быстрее у нас. Сейчас все сразу. Так, Ростов-на-Дону. А, из Англии Вера у нас. Привет, привет. Магнитогорск, привет. Так, ну и осталось 2 минутки. Сироп готовится. Магнитогорск, привет, Ростов-на-Дону, Танюш, привет, Нижний Тагил, Новосибирск, привет, моя хорошая. Так, Березники, привет, Люба, сироп не мешаете? Вообще не мешаю.
Девчата, кто уже со мной, можете сказать, что это за фирма, и вообще не прилипает. Оставила и сама здесь все доделала. Мне очень нравится эта фирма, мы ее несколько раз, я делала, разыгрывала призы с ней. Так. Да, вот Зиля написала правильно. Так, минеральные воды, Крым, здорово, вообще здорово. Ох, уже почти 400 человек, вообще клево. Так, и у нас еще осталась одна минутка. Так, здесь все, вроде все взяла, вроде. Да, здесь, а, вот еще сейчас как раз сразу, еще время пока есть, открою быстро. Свои красители, чтобы можно было ими очень быстро-быстро пользоваться. Чтобы время, конечно, экономить. Потому что зефир любит скорость, любит жару. Он такой у нас парень вредный. Но с ним можно подружиться. И когда вы подружитесь уже с ним, будет очень хорошо и удобно работать. Самара, привет! Елена пишет, прекрасно выгляжу, спасибо, моя хорошая. Какой фирмы краситель? Девчата, если кто знает, пишите. Иначе это будет как реклама, а штраф за это неохота платить, 200 тысяч, по-моему, это будет стоить. Запись, да, остается. Все, вот у меня уже готовый сироп. Выливаю тонкой струйкой. Так, ну, делаю чуть-чуть побольше скорость. Так, вам не видно, да, там, ну... У меня уже в записанных мастер-классах вы видите только мои руки, меня вы не видите. Так, на ютубе повторы все есть, вот пишет нам девушка. Обожаю рецепт шампанским, это очень актуально для Нового года. Ну и так, если вы его сделаете один раз, уже будете всегда делать. Даже для делать, если просто обычные завитки, они тоже очень вкусные. Единственное, что ну, цвет такой нежно-розовый получается, но можно чуть-чуть добавлять красителя. И получится. Так, ну я не буду сильно добивать, прям чуть-чуть, буквально где-то полминутки. Мощность у меня, да, на максимальной стоит. Ну, до первых вот прям хлопки пошли. Да, вы можете прочитать, вот пишите, что какое шампанское. Дело в том, что прямые эфиры, да, я всегда говорила, но сейчас прям вот нельзя это делать в прямом эфире, говорить производителя. Поэтому можете почитать бегучую строчку, и девчата отвечали вам. Уже кто-то спрашивал из девчат. Поэтому... Так, в первую очередь я делаю шапочки. Так, вот, сейчас. Перекладываю очень быстро. Работаем руками. Для новичков я стараюсь, ну, всегда, что учитесь делать сначала завитки. Так, ну, сейчас. Так, хватит, наверное. Шапочки. А потом уже, ну, вот для новичков также очень хорошо курс вот этот вот по Новый год. Это будем отсаживать мелкие детальки, это очень хорошо. Для моторики и вашей, для скорости научитесь. Так что, кто вот решил заняться зефиром, прям это находка. Так, все, накрываю. Постоянно спрашивают, холодной уже воды я наливаю. И потом уже у меня там все остывает. Так, все, вот беру досточку для того, чтобы вам просто
показать. Так, вот делаю шапочки. Шапочки можно делать также из насадки. Вот у меня здесь звезда закрытая. Можно их прямо делать, можно на бочок чуть-чуть. Видно там, да? Вот так вот, чтобы он у нас такой гномик шкодный был. На вытянутой руке, хочу сказать, делать не очень. Ну. Так, и сейчас мои бока будут застывать колпачки. Так, видно, да? Ну, здесь я думаю, что любой справится с вот с такими штучками. Так, и ножки делаем. Ножки. Так, сейчас случай одной покажу, а потом уже на этой буду. Так, вот смотрите, поставила и ушла вниз, поставила, и вот это у нас будут ножки у нашего. Сейчас быстренько я наделаю их. Так, ну, кто-то сказал, что видно. Так, я думаю, что видно, да? Поставила. Вот. Так, видно. Ну, отлично. Потому что бывает, что не видно. Вот такие ножки. Поставила, надавила и ушла вниз. Поставила, надавила и ушла вниз. Вот такие вот ножки у нас. Так, сейчас мы их сначала... Да, сейчас все сделаем. Потом сделаем тельце. Ну, я надеюсь, что у меня их, так, этих хватит. Сейчас. Да, ну, в принципе, по вот если смотреть, уже у меня их хватит, поэтому оставшуюся я массу все очень быстро складываю. Так, и для тела мне нужно будет еще. Да, я вот эту возьму. Так, все, ну, очень быстро распыляем фиолетовый. Распыляем. Я сейчас вся, конечно, буду как обычно вся в краске. Так. Так, ну, раз я уже взяла в руки распылитель, я уже делаю, ну, вот этот большой, допустим. Так, видно, да? Ага, не видно, да? Так. Вот. Коричневый. Так, ну, по две штуки распылю. И ножки тоже распылим сейчас. Так, вот эти вот. Там, я думаю, что видно, да, ножки? Как-то же. Можно, я уже сказала, да, что взять наполовину из маршмеллоу сделать, наполовину сделать из зефира. Ну, вот это как раз мы будем делать на уже платном курсе, который стартует с 29 числа. Что там будет? Я, да, освобожусь, обязательно вам прочту, какие у нас там будут с вами. Так. Так, я думаю, что видно хорошо, да? Конечно, мышцы можно накачать с бутыльками. Так, вот здесь еще чуть-чуть, а вот здесь еще.
Так, лимонный у нас. Так, хочу вот этот вот. Так, сейчас и зеленый. Так, парочку вот этот вот. Так, смотрю, чтобы вам хорошо видно было. Это сейчас вся в пыльце. Как пчелка. Так, ну все, сейчас я беру ножки, значит, еще. Так, зеленый у нас нету. Так, желтый такой лимонный. Так, и, по-моему, красного нету еще. Да, я еще красный не делала. Так, я этот еще сегодня только получила, поэтому я его еще... Да, ну тут надо так вот. О, все, маленько проэтовала. Пошла. Пошел краситель. Так, а ну вот еще. Да, все-таки думаю, может быть, все-таки по. А, ну все, все, все сделала. Так, ну все. Так, сейчас делаем тельца и бороду. Бороду будем делать, скорее всего. Да, серенькую борода. Ну, в принципе, может и белая она быть у нас. Можно и серую взять, да? Мы сделаем ее белую, ладно. Так, тельце. Так, ну, я надеюсь, мне хватит. Так, ну и смотрите, как мы делаем дальше, что ставлю. Можно насадка просто круг, ну, так как у меня... Так, вот я выставляю вот такое вот тельце, и сейчас будем делать бородку. Сейчас очень быстро выставлю. Вы можете сделать за два раза, за два захода, да, и так как уже в прямом эфире, я делаю это в один, с одной порции. Так, и бороду. Так, сейчас, чтобы не брать. Так, ну, я надеюсь, что они у меня высохли. Помаленьку буду их... высохли. Да, чуть-чуть подстыли. Так, вот желтый мне нужно будет, вот так вот прям рядышком поставить сейчас. И выставляю бородку. Всем хорошо видно. Бородка у меня пошла.
Можно сверху, можно снизу. Все же разницы нету какой. С какой. И у меня волосики пошли. Сзади получается. Такой вот гномик у нас прикольный. Так, сейчас. Оп. Так, ну, я думаю, что всем видно, да, именно вот в этот вот момент, когда масса теплая еще, вы садите уже готовый. Сейчас. Здесь. Ну, лучше, конечно, делать это не сразу, как я, а все скорости еще нету сильной. Вот. Ставим аккуратненько, так поплотнее, чтобы все. И осталось здесь сделать только носик. Сейчас я его вот сюда поставлю. Так, следующий. Следующий коричневый идет. Можно не обязательно, как я вот в тон делаю, да, можно их, допустим, ножки одного цвета, колпачок другого цвета делать. Тоже, что будет тоже интересно. Так. Колпачки весь наклоном. Ну, я всякие делаю, да, я же всякие сделала. Так. Так, вот как раз коричневый сейчас с наклоном я и буду ставить. Да, и колпачку, конечно, тоже можно сделать пимпочку. Вот мы носик будем делать. И так, здесь у меня, так, видно там, да, я думаю, что. Оп, и маленько прижать, маленько видно, да, там. Такой вот у нас получился гномик. Так, желтенький мы сделали, красный делаем. Около 50 грамм, по-моему, я в прошлом году взвешивала. Для бороды, да, травка. Да. Для бороды, для волосиков, для наших. Так, сейчас сделаю. Можно колпачки делать и такие, и можно также их делать не просто вот с прямой насадкой, да, а с насадкой для... О, залезла, ну сейчас маленько подпылим. Вот, а с насадкой закрытая звезда очень красиво будет, тоже колпачки смотреться. Можно колпачки делать вообще из шоколада, пожалуйста. А, да у вас что-то там... Да, видите, обязательно я отвечу на все вопросы. Так, а зефир какой? Зефир у нас шампанское идет. Ого, сколько! 500 уже с лишним человек смотрит. Ну, вот прям столько много у меня, по-моему, ни разу на эфире, в прямом эфире не было. Или было? О, уже 500, 520, да? 530 уже. Круто. Так, и зелененький сейчас ставим колпачок. Ну, можно вообще, я говорю, вообще разные, еще красивее будут смотреться даже. Можно колпачок маленько сделать. Вот видите, как у меня, да, с таким небольшим наклоном. И еще. Сейчас посмотрите. Чтобы такой шкодный был. Ну, у меня, видите, я когда ставлю, у меня же вот, я не дала стабилизироваться. Ну, потому что в прямом эфире охота вам показать все. Вы делаете лучше в два замеса, сделаете ножки, сделаете колпачок и потом уже делаете. Так, сейчас еще какой у меня тут нету сиреневого, да? Сиреневого нету. Вот сейчас сиреневый сделаю.
Так, и сиреневый. Сейчас делаю сиреневый. Сиреневый. Сейчас ставлю. Так, вот сиреневый. Бам. Так, видно там, да? Вот такой вот. Что? Опа. Мы его потом чуть-чуть подпилим. Подпылим, чтобы красивый был. Так, ну у меня... Так, еще получается 4 можно сделать. Сейчас я тогда... У меня уже здесь все, я помою. И так, в капсулы. В капсулу, да, в капсулы нужно мерить. Капсула высота, по-моему, 7 или 8 сантиметров. Ну и смотрите, где-то 7,5 должен ваш гномик быть. Да, так же, как с розочками, да, делаете розочки, а потом, когда ставить в капсулу, а она, оказывается, не входит. Поэтому нужно, да, померить капсулу, либо вашу коробочку, в которой вы будете ставить гномиков. Лучше всего гномики делать все-таки, как бы их, как вот они есть у вас, получились, да, и делать их... Так, где нужно все у меня... Капкейки, коробочки. Красавчики. Да, сейчас мы еще носики сделаем. Сейчас я хочу доделать все-таки. 4 штуки у меня осталось. Так, какой у нас так? Гномиков делают. Да, на любой детский праздник гномиков делают. Любой день рождения детское, пожалуйста. Так, у нас еще там останется, да, чуть-чуть нужно оставить на носики и на колпачки. Также гномика можно сделать с начинкой внутри, чтобы еще вкуснее был. Но эти мы уже будем варианты рассматривать вот на курсе новогоднем, где я дам очень много информации. Кто у меня был на грибах и... ягодах. Ну, вот столько, только еще побольше будет информации. А вот девчата скидывают, да, сердечки, кто у меня были на грибах, ягодах. Этот курс будет пообширнее, побольше. Ух, сколько у меня их много было. Да, очень много было уже прям на грибах, ягодах. Так, зелененький у нас. Так, я сейчас ставлю зелененький. Опа. Все, видно там, да? Так, и коричневый. Так, это у нас коричневый колпачок. Так. Там видно, я думаю, да? Опс. И желтенький. А, желтенький еще красненький остается. Да, ну, в принципе, все у меня ушли. Вся зефирная масса. Вот здесь, если останется, то чуть-чуть совсем. Как раз посчитаем, сколько приблизительно будет стоить... зефирный гномик. А, нет, у меня же колпачков еще целая куча остается. Вон они. Ну, вообще себестоимость посчитать это все, да, вот сколько сделали вы гномиков. Посчитать. Там, если с трех замесов разделить. Так, здесь у меня были маленькие сильно ножки и там нашего гномика не видно. Так. И красный сейчас я делаю еще. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять штук получилось.
Ну, еще очень много получилось у меня заготовок лежит. Сколько? Оп. Да, сейчас уже соединила массу. И это. Сейчас. О, все, соединяется. Сейчас я ее уберу, это мне не нравится. Опа. Так, и красный колпачок. Оп. Оп, все. Ставлю. Так, и у нас сейчас я окрашу для носиков. Вот сюда вот. Краситель красный я беру. Для носиков и для колпачков. Ну, он не получается прям красный, он такой розовый. Так, 500, сколько человек? 550, да? Здорово. Открытие, да, 29-го открытия мы начинаем. Я выйду в прямой эфир, расскажу, где там, что, как у нас будет. Обязательно, конечно, посмотрите, потому что вы потом не задавали в чате вопросы. Когда задает человек вопрос, то я понимаю, что если он просто эфир не посмотрел. То он так, это у меня здесь что залезать это в зефир. Так, ну и самые первые уже беру, они уже хорошо подзастыли, и носик делаю под самой шапочкой перед. Так, вот здесь вот, оп, такую вот пимпочку носик. Ну, можно белый, в принципе, мы попозже еще сделаем вот такой вот. Такие гномики у детей пользуются спросом одуренным. Вот сколько я уже делаю. А, полторы, сейчас пока полторы, да, еще цена. Сколько я делаю этих гномиков, постоянно у ребятни такой восторг они. Конечно, шампанское, не беспокойтесь, оно улетучится и не будет прям такого вот запаха шампанского. Вот такой вот носик, ну, потом я припылю еще вот эти, это я пальчиками уже задела, чтобы вам показать быстрее. Так, ну, эти я уже не буду на руки. Так. Вот, о, вот, взяла, вот у нас такой вот гномик. Такие вот у нас красотульки, гномики получались. Да, в прошлом году делали еще, я делала девочку к ним. Белоснежку. Вот такой вот гномик, чтобы были, да, 7 штук и белоснежка. Будем также делать снегурку. Все уроки будут уже смонтированы. Это не прямые эфиры. С прямые эфиры я увидела, что неудобно их смотреть, потому что я пока там сварю зефир. Пока я там буду, ну, это около часа получается. Ну, вот как сейчас эфир идет, также я неудобно их смотреть, поэтому я делаю, записываю. Монтирую, и вам буквально там 15 минут, самое большое, наверное, уже видео, вы уже смотрите готовый урок. Очень удобно. Перемотал, посмотрел еще раз. Доступ у меня навсегда. Покупаете, общаетесь в чате. Так, здесь у меня вот они. Так. Так, и здесь сейчас еще припылю. Я у меня где... А, так вот, оп. Вот сделали мы носик. Вот такой вот этот, он прям вообще похож на Дед Мороза. Можно, кстати, Дед Мороз такого делать.
Так, сейчас мы сделаем колпачок еще. Так, ну все, с этим уже прощаемся с эфиром. Если делать гномиков чуть поменьше, я думаю, что их 15 можно запросто сделать. Чуть поменьше размером. Я их делаю чуть побольше, чтобы, ну, вам видно было. Так, сердечки пишут, что ставят, да? Да, насчет сердечек, в прошлый раз, конечно, вы меня вообще... У меня аж прям слезы потекли, это вот столько вы мне их накидали, столько сердечек ваших. У меня, правда, вот в прошлый раз прям прорвало. И побежали слезы. Так, и сейчас я потом еще доработаю гномиков. Так, и делаю. Вот носик, в принципе, можно так же делать. Не... Так, сейчас. Оп, я боюсь, чтобы у меня не упал. Так, вот на колпачке, видите, да, можно... Оп, такую вот пикульку. Ну, вот небольшую. На колпачке можно сделать тоже вот такие точечки в горошек. Тоже будет очень красиво смотреться. Ну, вот такой Шкодин. Вот он еще такой вот у него. Так вот повернутый колпачок. Сейчас сделаем мы везде. Такие вот. Вообще очень классно будет, знаете, если вы окрасите массу, ну, допустим, в желтый цвет, чтобы изначально было не припыленное. И если это найдете такие звездочки, знаете, кондитерские, и вот понаставите, вот так вот будет тоже очень красиво, он прям такой будет гномик-звездочет. Так, этот у нас сейчас... Ну, этот прям вообще Дед Мороз, Дед Мороз. Гномик. Так, сейчас прям каждую беру. Так. Так, ну давайте этому попробуем вот так вот наставить. Нас уже никуда не торопимся. У нас еще время есть, да, еще полно. Такой вот у нас будет один колпачок. Так, видно вам? Ну, вот такой вот, видите, да? И, в принципе, можно даже и по ботикам тоже. Вот пусть он весь горошистый будет. В горошек. Так. Ну, вот такой вот прикольный гномик. Мне очень они нравятся. Вот уже игру какой год. Делаю их с большим удовольствием. Девчонки в прошлом году просили, ну покажи, покажи. Я не показывала, потому что он был, входил, ну как бы основной был акцент прям на гномика в прошлом году. Хотя там вот, я говорю, в прошлом году у меня курс шел, были, у меня не курсы, а марафон, полтора месяца. У меня, так, ну вот, можно, ну-ка вот, тапочки я решила ему одни, этому сделать в горошек. Кто уже продавал гномиков, поделитесь своими впечатлениями, как забирают их ребятишки, с какой радостью. Особенно, конечно, на Новый год все ждут чуда. Такой вот, смотрите, вообще прикольно, вот эти горошки, да, вот ножки. Можно так сделать, можно вообще полностью, можно один только колпачок. Так, ну, а, вот этим еще, друзья, сделать нужно. Так, я хочу еще красному сделать тоже в горошек. Сейчас сделаем. Оп. Так, ему там еще нужно. Да, вот этому тоже. Так. Так, красный. Здесь у меня чуть-чуть. Сейчас попробуем. А, залезла. Нет, все-таки так не делайте. Видите, еще накрасила бороду. Поэтому... Ну, я уже охота, чтобы красиво было. Ну, все-таки сразу не делать, как я вот в прямом эфире показала, отсаживать. Лучше сделать это все-таки в два приема.
Это я уже не хочу, чтобы дырки эти были. Так. И хочу красному сделать полностью такой вот горох. Ну, я думаю, что да, прикольно. Он прям такой, как мухоморчик, да, получился. Кто у меня был на груздях, на грибах, ягодах. Делали мы вот такие мухоморы. Такой, да, слушайте, ну в горох вообще он прям такой интересный. Так, ну, вот таких вот мы сегодня мужчин делали. Сказочных. Да, можно, кстати, девчонкам, кому идете в гости, да, что я тебе вот в подарок мужичка принесла. Подругам, да, так. Вот. Вот такой вот. Так, ну, еще хочу ножки, да, я думаю, что еще интереснее будет. На брезентики на новогодние. Вообще здорово. Любой будет сюрприз, будет приятно на Новый год. Пусть он даже такой вот будет и сладкий, и небольшой. Но поверьте, это будет очень приятно, кому вы будете дарить. Вот таких гномиков можете наделать и уже выставлять у себя в постах и брать заказы на Новый год. Кажется, большими. Да, я их делала маленько побольше, чтобы в эфире вам очень хорошо было видно. Делать их можно поменьше. Ну, хотя можно и такие большие. Это уже на вашу фантазию. Так, я сейчас у меня здесь осталось маленько. Я, чтобы у меня масса на, выдавлю. Так вот, все. Сейчас я вытираю руки. И какие вопросы у вас? Так, или под рукой посмотреть высоту. Ну, я сейчас посмотрю. Ну, скорее всего, у меня ученица есть. И которая, она у меня, сколько линеек я не покупаю, все. Нет, под рукой. А, нет, вот, есть. Есть. Это у меня в основном. Ну, какой красный взвешивать, хотел сказать. Кстати, я могу и взвешивать. Давайте. Сейчас и на весы. Но в прошлом году где-то это порядком было грамм 50. Так. Так, сейчас. Высота у нас. Высота сейчас. Так, высота. Так, 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 сейчас. Ну, так, 8. 9, да, 9 сантиметров. 9 высота вот этого. Ну, а смотрится, да, вот прям такой большой. Вот у меня прям с голову, если вот так вот, да. 9 сантиметров. Да, у нас получается капсула 8, ну, на 1,5 сантиметра меньше можно. Ну, кстати, его делать, колпачок сильнее просто в бок наклонять, и все, размер можно даже такой делать. Размер нужен, да, вот, чтобы такое вот, как пирожное, да, небольшое было. Ну, мне очень нравится, я не знаю, как вам, но вот я вот смотрю, прям такой скудина гномик получился. Конечно, в прямом эфире, на весу руки, когда вот все-таки сядете спокойно, уже помаленьку начнете, получится у вас, я уверена, еще красивее. Спасибо за такой мастер-класс. Вам спасибо, что пришли. Так, у нас там в прямом эфире, да, уже, да, 500 с лишним, вообще здорово. Столько, ну, у меня, по-моему, в прямом эфире, чтобы вот, не помню, чтобы столько было сразу. Да, просмотров потом, да, я смотрю, что около 100 тысяч бывает просмотров, если тема очень интересная. Я думаю, что эту тему тоже посмотрят много девчат. Так, мой гномик. 40 грамм. Вот этот вот. Так, курс можно, да, пишите, либо 250 нормально. Да, так, подождите, у нас 9, да, штук? 200, да. Вполне вообще 250, да. Если еще будете на Новый год, ко мне придете, мы будем их делать с начинкой, и, ну, там маленькая технология другая будет.
Вот. Ну, в целом мне очень нравится. Вот. Внутри будет у нас начинка. Либо это будет что-то мармелад, либо джем, либо сгущенка вареная. Ну, что-то там вот. Когда буду готовиться, я сделаю, конечно, что-нибудь новенькое. Так, навсегда. Это, да, курс остается. И прямые эфиры оставляю я навсегда, чтобы девочки смогли посмотреть. Вы можете, кстати, которую, допустим, курсы, прямые эфиры, вот год назад я давала, можете пролистать вниз. Они все сохранены. Ну, два или три мы убирали эфира, там, ну, по техническим причинам. А так в основном всегда все оставляю. Так, я первый раз у вас. Здорово, Танюша. Будем знакомы. Я делаю пока ручным миксером. Ну, если Марин получается, почему бы нет? Можно и делать, конечно. Так, за интересный эфир. Так, по поводу, что у нас будет на курсе. Да, цена 1500 до 29 числа. 29 числа уже цена уже будет дороже, когда курс начнется. И в середине курса я также буду повышать цену. Ну, цена получается, когда закроется у нас курс, цена также будет еще дороже. Так, сейчас я вам скажу, что у нас будет. Это я говорю сейчас то, что это точно будет. Новинки и еще будет еще больше. Так, ну что у нас, смотрите. Три букета новогодних буду давать. Улитка зефирная, елка, гномик. Дам новый вариант. Дед Мороз дам, шишка, еловая веточка, машинка новогодняя, новогодняя дверь, звезда. Кстати, звезду я скинула сегодня в сторис, можете посмотреть в запретграмме. Так, звезда ежата, да, вот там она у нас вот такая вот идет. Так, в какую сторону у нас? А, вот в эту она смотрит, и у ней вот так вот у звезды, вот так вот ручки и ножки, вот так вот. Вот такая вот она интересная у нас там. Посмотрите, банка варенья, новогодние шары, рождественская звезда, так, снежинки. Так, пикап с елкой. Пряники, кстати, будем делать. Также зефира сэндвичи будем делать. Колокольчик. Снеговик сосулька. Зефир. Так. Новогодняя кружка. Птичка буду делать. Будем делать снегиря. И будем делать просто обычную птичку. Ну, там несколько вариантов. Будем работать также с шоколадом. Научу вас темперировать, заливать в шоколадные, в молды, эти, делать шоколадные фигурки. Также покажу пару грибов, потому что Новый год. Я думаю, что все-таки вот покажу этого мухомора. Он очень зашел всем. Ну и ягодки посмотрю, какие новогодние такие вот. Какие-то веточки. Покажу также корзиночку. И очень много. Когда вот я уже говорила, что входишь в творческий процесс, и там начинаются чудеса. Столько, ну, в программе их очень много. Я считала так, в прошлый раз 28. Ну, на самом деле их около 50, наверное, будет всего. Уроков будет очень много. Поэтому кто со мной мандарин, да, обязательно будет. Я просто не написала сюда. Будет мандарин тоже внутри с начинкой. Буду показывать. Можно написать по курсу, девочки. Смотрите, можете написать мне в личку, в мое, да, ну, можете в сообщество. Техподдержка вам ответит. Но смотрите, время уже 10 часов у нас в Красноярске. Ну, я еще могу поотвечать часа 3 точно. Вам техподдержка может также еще ответить, но дам дальше уже мы будем отвечать только утром. Так, я оставила предзаказ, как оплатить? Да, вам должны скинуть предоплату, ой, скинуть реквизиты, и вы можете оплатить. Оплата, да, до 29-го, оплату вы можете сделать и в ноябре, пожалуйста. Но цена уже будет другая, поэтому выгоднее, конечно, заходить, когда все кучей вместе. Ну, как получается, как оптом дешевле, да, с 29-го цена будет дороже. Ну, насколько дороже? Ну, там на 490 рублей будет дороже, будет стоить 1990. Следующий потом шаг, ну, каждый раз повышаться будет на 500 рублей.
Так, как оплатить? Наталья, пишите в сообщество, вам скинут. Ну, либо сюда просто пишите новогодний курс, вам техподдержка, вам скинет. Рецепт обязательно сейчас напишу. Так, ну вот сейчас хочу. Да, очень вкусно пахнет. И это еще получается же здесь у нас клубничный джем. Он идет. Так, ну хотела вам еще разрезать, да, где-то получается, ну, 20 минут не прошло, 15, ну, минут 5 прошло, наверное, да. Да, еще, конечно, сыроватый, но уже все равно видно текстуру. Вот она, смотрите, да, какая получилась, плотная, хорошая. Я уже не буду трогать руками, потому что, ну, еще все-таки постоять надо. Но так все равно уже видно, да, видно вот, что это зефир. Зефирная такая вот масса, очень вкусная, плотная и нежная, вот, все вместе. Так, да, гномиков можно вообще, да, 250 штуку продавать, будет здорово. Себестоимость получается нашего порции 2500. Затрачиваем мы, ну, прям во много раз дешевле. Поэтому зефирные сейчас цветы, зефирные вот эти всякие сладости очень выгодно делать, потому что именно с них мы очень хорошо можем заработать. На праздники, особенно вот сейчас у нас День мамы будет, да, буду заказывать для мамочек букеты. Кстати, можно купить, вот который у меня курс прошел, пионы. Он также еще в продаже есть. Записаться вам скинут техподдержка, или либо напишите, если не дождетесь, напишите в главное сообщество, либо мне в личку. Так, стартуем. Ну, это курс, не марафон. Марафон все-таки это прямые эфиры. Я уже говорила, что тяжеловато смотреть их, потому что час целый, ну, тяжеловато перематывать, смотреть, где искать вот именно конкретно, которое место вам нужно. Поэтому у меня, я записываю, переделаю, перемонтирую и скидываю вам. Буду стараться так подобрать, чтобы вы с утра уже видели, смотрели новый урок. Да, по поводу, смотрите, будет у нас 6 дней в неделю выходить уроки. В воскресенье я беру выходной. Все-таки столько лет веду, и без выходных тяжеловато, поэтому беру выходной в воскресенье. Так, благодарю, классные гномы. Я думаю, тоже вам всем понравились. Так, Оля, спасибо, интересный эфир. Да, вопросы, если какие-то что-то есть, задавайте, обязательно отвечу вам. Все, спасибо, что были со мной. Столько было, вообще, конечно, с каждым разом эфиры мои все больше и больше смотрят людей. Конечно, я очень рада этому. И благодарю вас каждую, что смотрите мои эфиры, что к моему творчеству неравнодушны. Для новичку лучше начать, вот, пожалуйста, с Нового года начните. Помаленьку, помаленьку, и вы втянетесь, да? Сначала, может, какие-то ягодки, грибочки отсаживать начнем. Ну, что-то попроще, может быть, неделю вот такие вот я постараюсь сделать. Прям такие вот, чтобы вам очень было, новичкам тоже очень комфортно. Ну, а потом все посложнее, посложнее. И в конце, наверное, будем уже это пряники и делать зефиро-сэндвичи будем делать. И уже работать с шоколадом. Да, ну что, это уже посложнее. В первую очередь, конечно, пойдет вот что полегче. Но самое главное, что вам нужно научиться делать зефир новичкам. Ну и все, в принципе, и теплое помещение обязательно должно быть. Но это я все на прямом эфире 29 числа скажу. По поводу следующего эфира у нас я не могу сказать, потому что если у нас будет уроки, ну и прямые эфиры, ну не знаю вот точно, может быть, буду выходить в месяц два раза в прямые эфиры, так чтобы вам что-то новогоднее показать интересно. А так я буду все в новогодний. Ну, вопрос, хранится? Хранится он 10 дней, стабилизируется, хранится 10 дней.
Все на своем курсе скажу. Марафона. Я на... Ну, здорово, здорово. Зависает от сердечек, Натюша пишет, что у нас виснет. Так. Виснет. Сердечки, конечно, специально вы делаете, чтобы я расплакалась, да? Чтобы как в прошлый раз. Ну, я держусь, я хочу сказать, держусь. Да, ну вот уже так, через, ой, не вижу, что может, через что можно оплатить, вы меня, вот, ой-ой-ой-ой-ой, прям вот тонны, тонны сердечек ваших летят вот со всей страны, со всего мира, получается, да, потому что меня смотрят не только в России, но и за границей, это вообще очень приятно, вообще, я прям, вот, все, пошли, они у меня, была уже чувствовать телом. Прям дотрагивается до моего тела, ну вот их ощущаю, и конечно они, у меня же колесиках уже подходят. Так, соскучилась по вашим. Таша, я вроде каждую неделю выхожу, и должны уже соскучиться. Совсем виснет рецепт. Есть гномиков. Да, рецепт обязательно я сейчас дам его, напишу после эфира. Все, всем хорошего вечера.